Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо стан ракетно-космічної галузі в Україні. З нами доктор технічних наук Юрій Мітіков. Юрій Мітіков, доктор технічних наук, працює на фізико-технічному факультеті ДНУ імені Олеся Гончара, завідувач кафедри двигунобудування, заслужений винахідник конструкторського бюро «Південне», входить до Національної спілки журналістів України, популяризатор науки, одружений, виховав сина, хобі, гірські лижі, парапланеризм. Юрій Олексійович, радий вітати вас у нашій студії. Власне, почнемо не з дуже таких приємних новин, навіть сумних новин. Днями помер генеральний конструктор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов. Я знаю, що ви були добре знайомі. Власне, от як ви його згадуєте, що це була за людина? Ну, по-перше, це важка втрата для КБ «Південне», для всієї ракетно-космічної галузі України та й, мабуть, для всього світу. Таких фахівців, як Дегтярьов, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Ми з ним знайомі давно, проходили преддипломну практику, дипломувалися в КБ «Південне». Він відмінник був з Ленінградського воєнно-механічного інституту, теж двигунобудівник, а я з фізтеха, з нашого університету. Цікава людина. Зараз це важка втрата, і час покаже, більш рельєфно прорисує цю постать видатну. Ну, можливо, якісь моменти запам'ятали зі спілкування, зі спільної роботи, скажімо, і ви працювали, і працюєте, і співпрацюєте з конструкторським бюро. Він його очолював, там, власне, вже династія Дегтярьових є в КБ. От якісь такі моменти людські хотілося б від вас почути. Ну, це людина з почуттям гумору. І саме такі напружені моменти він мог розрядити обстановку якоюсь такою шуткою. Ну і по-друге, він в мене був науковий консультант по докторській дисертації. То співпрацювали, і він не заважав такі сумасбродні і ідеї пропонувати. Ну, зараз час таких. Іноді мене викликав і казав: Юрій Олексійович, люди кажуть, ти зеніт взорвати хочеш. Тобто, тут треба дати поняття, як би розуміти ситуацію, що в наскільки складних умовах він працював. Государство не фінансує отрасль, а ті розробки, які якби Южна веде на сторону, там нігде не прописано научно-исследовательські роботи. І не дай Бог ти гроші потратиш не на розробку, а на щось таке, от, там, щось поісследувати, там, щось таке. Да, поэтому ідей-то хороших много, а внедрити їх не вийшло, тому що на це треба гроші, час, оснастка, якесь оборудовання. Поэтому... Ну так, конечно... державні гроші – це за великим рахунком, це велика бюрократія, це купа звітності, купа всього. Ну, от останні роки так було. 5% государства фінансує, а 95% КБ Южне знаходить, ну, КБ Южне, Дегтярьов знаходив на внешніх ринках. А прибыль, которую получали государство, каждый год все больше и больше процент этой прибыли нормативно отчисляло себе. То есть тут тоже фактически. Но и тем не менее удавалось развиваться. Самый мощный в Восточной Европе компьютер был закуплен для проведения всяких баллистических расчетов там, и других. Сейчас там использует и Академия наук, какие-то свои сложные расчеты проводит, и станок по намотке твердотопливных двигателей, сухих отсеков, то есть такие самые передовые. Станок по ротационной там, раскатке металла, то есть там для производства спутников много что сделано. То есть задел,
Проблема-то в чем ракетной галузи? То, что вся оснастка, которая на заводе, все технологии не отстала. Это, ну, в лучшем случае 70-й год. А мир ушел далеко вперед. У завода тоже нет денег развиваться. Поэтому приходилось вот так по чайной ложке что-то понемножку самому делать. То есть, если дать ему возможности было бы творить, то, конечно, можно было бы сделать. Можливо, ви вважаєте, було зовсім мало, да? Це все питання грошей, так? Гроші, да. Вложить гроші. Раньше 8% от заказа на какую-то новую ракету шло на научно-исследовательские опытные конструкторские работы. 8%. Хочешь не хочешь, их надо было дать в Академию наук, научно-исследовательские институты, еще куда-то. Кафедра двигунобудования подключалась, там другие организации. То есть все работали, давали какой-то научный результат и что-то наиболее лучше использовали. А сейчас такой возможности нет. Такой возможности. Поэтому вырабатывается старый потенциал, который был накоплен на «Зените», на «Энергии». Ну, что-то от боевой тематики, какие-то интересные решения. То есть это еще радянские часы? Це радянські часи, да. Юрій Олексійович, ну от окрім Дегтярьова, да, за останній час, там невеликий проміжок часу, пішли такі люди, як Команов, пішли такі люди, як Каденюк. От чи є їм заміна? Чи бачите ви їм заміну взагалі? Тих, хто міг би бути, скажімо так, близьким до них за рівнем, за тим рівнем, за тим потенціалом людським і виробничим, який вони демонстрували? Каденюк військовий, космонавт, так, мені трудно говорити, яка там заміна, нічого я не можу сказати. А Команов, Дегтярьов, їх відрізняє те, що вони отримали дуже хороше образування. Зараз, к сожалению, уровень підготовки упав, і от то покоління, ну, Дегтярьов, ще, наверное, його можна віднести к тому покоління. Це в основному були золоті медалісти, от випуск, где Кучма учился, Леонид Данилович. 60-й рік. Да, вот я, у меня есть эти самые, по каждому такая маленькая распечаточка. Угу. Каждый второй золотую медалью, там, серебряную медалью, больше половины с красными дипломами. То есть была техническая элита. Техническая элита шла на вот, ракетно-космическую технику. Сейчас такого нет. Угу. Поэтому нам, честно говоря, трудно тягаться с Массачусетским технологическим институтом. Потому что это, во-первых, лучший вообще университет в мире. Вообще не то, что технически, а вообще. Туда очень дорогое образование, и туда идут конкурсы огромные. Туда идут выпускники элитных гимназий, частных там, еще такое. Но, тем не менее, мы с ними конкурируем, потому что у них упор на математику, физику. А у нас, как это говорят, голь на выдумке хитра. То есть есть такие решения, которые они вообще не понимают. Настолько простые, что ну, просто диву даешься. Но и это именно присуще нашим людям, которые живут в тяжелых условиях, все время привыкли выкручиваться, как-то где-то что-то, как, наверное, слышали на космической станции, на МКС, там что-то где-то потравливало. Так космонавты жвачкой ее просто замазали, да и все. То есть, ну, не знаю, американец до такого, мне кажется, не додумается. Российской мовы уголь на выдумке хитра. Да, уголь на выдумке хитра. Вот так оно. Так оно есть. То есть такие решения, поэтому у нас упор делается на конструкции. Вот у нас, допустим, на кафедре двигунобудования лучшая в мире лаборатория конструкции двигателей. Препарированные, разрезанные по частям и каких только нет. И вот показываем эти вот сумасшедшие решения. Как люди додумываются, там... Не надо ни двойных интегралов, ни частных производных, просто вот, ну, понимать, что происходит, и когда ты двумя ногами стоишь на земле, то можно находить, и находят люди такие решения, которые, ну, если бы оно не получилось, то можно было бы и под суд отдавать, то есть, ну, просто противоречить всем канонам. Юрій Олексійович, от ви згадали про випуск 60-го року, да. Про випуск Кучми. Ми з вами так трохи поговорили про гроші, про їх нестачу. От відомо, що, скажімо, знову ж таки, пов'язано це з трагічними подіями. Подією зі смертю Бориса Патона, багаторічного очільника Академії наук. Академію очолив випускник фізтеху, правда, не 60-го, а, здається, 62-го чи 63-го року, Володимир Горбурін, який був і секретарем Ради нацбезпеки, інші високі посади займав. З вашої точки зору, оце призначення може дати певний такий поштовх, скажімо, розвитку нашої ракетокосмічної галузі і фізтеху, зокрема? Ну, будемо сподіватися, що це, да. Почему? Потому что Горбулин перед этим работал в комиссии от Академии наук, еще когда был потом жив, и вот такой знаменитый был заголовок «Несимметричный ответ».
от работала комісія від Академії наук, від Ради безпеки, там у Русски було Кабміна, ще общественної організації по реорганізації воєнно-промислового комплексу і, що дуже важливо, по совершенствованию подготовки кадров для оборонных профессий ПТУ, колледжи и университеты. То есть вот это совершенно правильно. И нашли как бы два направления, в которых только надо вкладывать и деньги. Это ракеты и самолеты. Самолеты, скорее всего, беспилотники, потому что сделать современный или лучше современного истребитель или штурмовик в Украине. Таких финансов нет, а вот беспилотники, ударные, всякие другие прочие, да. Ну и ракеты любого калибра, КБ «Южный», КБ «Луч» может делать лучше, чем существующие аналоги. Потому что Россия затарена ракетами старыми, ну, они и неплохие, в принципе. Американцы тоже новых таких разработок боевых нет. Поэтому если ты сейчас будешь делать на сегодняшний день, ты можешь это все учесть и сделать лучше. А наши специалисты, им это все по зубам. Ну, виходячи з ваших слів, слід вкладати гроші у війну, я правильно розумію? В оборону. Тобто, коли супостат буде знати, що у тебе ракети можуть ударити, прострілити всю європейську частину і прострілити так, що ти не уловиш ніякої противоракетної оборони. Тобто, буде відповідь на твої агресивні дії. То это будет сдерживать, это оружие сдерживания, так же, как раньше было атомное оружие. Никто же его не применял, а тем не менее все же побаивались безобразничать. Ну от, скажімо так, Дніпро був колись, носив такий негласний титул космічної столиці, да? От, чи слід так його відновлювати? То это и сейчас космическая столица, то есть, собственно говоря, тут, на КБ Южной. Але рівень різний тоді, 50 років тому і зараз, ну, будемо відверті. Ну, раньше это была государственная программа, и, наверное, самое главное, чтобы как-то противостоять Америке. Первое время американцы, имея шикарные бомбардировщики, носители ядерного оружия, они как-то на ракеты не особо. Ну, есть бомбардировщики, есть базы на Окинаве, там, в Иране, в Турции, в Италии, в этой самой Великобритании. То есть достают этими бомбардировщиками всю территорию Советского Союза на ракеты так. А Хрущев прекрасно понимал, что у нас баз нету и не будет, поэтому был упор на ракеты. Поэтому, допустим, у Янгеля была чековая книжка, подписанная Хрущевым. Он туда вписывал любые суммы. Ну, Хрущев полностью доверял, знал, что Янгель порядочный человек. Это первый глава конструкторского бюро. Ну, фактически, да. Там был Будник одно время, тоже очень грамотный специалист. Очень грамотный специалист. Вот потом Янгель. Поэтому был упор, и, собственно говоря, паритеты создали. Вот эти вот ракеты, допустим, «Сатана», она и сейчас преодолевает, сделана в 88 году, она сейчас преодолевает противоракетную оборону Соединенных Штатов. Вот тут сейчас можно сказать, к сожалению. Модернизована, нет, как ее поставили, так она и стоит, а там модернизировать нельзя. Ну, ось та, яка є зараз у КБ, да, стоит, як такий пам'ятник, це да. Про неї річ? Ну, пам'ятник такой, только ее немножко из контейнера вытащили, чтобы показать, потому что ракета вся находится в контейнере, крышкой закрыта. То есть, если так поставить контейнер, там смотреть не на что. Его так немножко вытянули, чтобы, ну, было видно, что там находится ракета. Так, это и шедевр ракетостроения бойового. Ну, я так бачив, да, вражає насправді. Юрій Олексійович, тим не менше, про сьогоднішній день, от ви дотичним є до конструкторського бюро, як ви оцінюєте його стан саме зараз? Ну, зараз і коронавірус, і, видите, як... Ну, возможно, с точки зрения своей страны, Трамп был и прав, что все работы, все, что надо стране, надо делать дома. Ни в Китае, ни еще где-то. Точно так же и ракеты. Допустим, мы делали Антаресу первую ступень, что американцы не в состоянии ее сделать. Да, конечно же, в состоянии. А это же масса рабочих мест, налоги и все остальное прочее. Поэтому они сейчас как-то и не спешат делать заказы сюда. Европейское космическое агентство, оно замкнуто само на себя. 22 страны, плюс Канада, ассоциированный член. То есть они скидывают деньги и сами разбрасывают заказы. То есть им посторонняя помощь не нужна. Вот кроме Веги, они 12 лет ее разрабатывали, либо списать там несколько, больше 10 миллиардов евро убытков, либо все-таки объявить тендер. Объявили тендер, мы выиграли, и двигатель сделали, и он... Кстати, там были неприятности по последнему пуску. Не обращали внимания? Тоже, к сожалению, такая вот ошибка, что нет комментариев. Еще ракета еще только падала, уже российские сайты говорили, вот это двигатель КБ «Южная», «Южмаш» сделал, вот это двигатель, то есть как бы ну все так, стрелки... Ну так, цю новину досить багато так обговорили. Да, а КБ «Южная» как бы так, и Украина даже не КБ «Южная», а Украина так как бы мовчки так
Ну, потом, когда телеметрию расшифровали там через сутки, сказали, что это ошибка при сборке, когда двигатель стыковали к ракете, но это не КБ «Южное» делало. Угу. Это их там народные умельцы. Я студентам это рассказываю. То есть у нас это, ну, такие решения, они отработаны. Ну, как можно перепутать кабели? То есть они красятся в разный цвет, штуцера разные. То есть ты просто этот не оденешь на тот. Там, ну, какая-то пипка стоит. Что, ну, есть технические решения, которые, как отче наш, каждый конструктор и знает. А у них такого опыта нет. Вот такие детские ошибки наивные приводят к миллионным, многомиллионным потерям. Угу. Юрій Олексійович, от, скажімо так, для пересічного громадянина України, для пересічного дніпряна, от Південмаш, КБ – це щось таке спільне, щось одне ціле. От загалом, якщо так говорити от, популярно, як то кажуть, для наших глядачів, в чому функціонал КБ, в чому функціонал Південмашу? КБ – это крупнейшая проектно-конструкторская организация была в Советском Союзе, крупнейшая. Сейчас даже если зайти на сайт Министерства обороны Российской Федерации, они так прямо и пишут – крупнейшая ракетно-космическая организация Советского Союза. Крупнейшая. То есть это проектно-конструкторская организация, это мозг головной. А «Южмаш» был сборочный завод. Хороший, возможно, и самый лучший в Советском Союзе – сборочный завод. Пока был Янгель и Макаров, они как-то задружились еще с бериевских времен. Берия эксплуатил, потому что там шутки были очень плохие. Очень, ну да, слід, давайте скажем всю информацию, что фактично розвитком ракетно-космічної галузі і створенням, да, в першу чергу займався тодішній нарком Берія. Ну, курировал он, да, так, это дело. И когда план по Р-2 завод не мог освоить, он сюда подогнал своего костолома Серова. И Янгеля направил. Янгель был директор института головного. Королёв у него был в подчинении, кстати, вот как судьба бывает несправедлива. Янгель, ну, на порядок выше. Королёв – это той, кто занимался первым пилотованным запуском ракеты. Королёв был подчинённый Янгеля, был начальник проекта. Не, я маю на увазі, просто мы так бросаемся певными прізвищами, там Р-2 и таке інше. Може, мені це зрозуміло, може, вам зрозуміло, але ми тут зібрались. Ну, одна из первых ракет – это улучшенный аналог ФАУ-2, и тут сроки не выполняли. Сроки как бы определял Сталин. Ну, Берия сюда подослал. То есть директора завода тут же арестовали, враг народа сослали. Не знаю, честно, я не помню, чем дело кончилось. Семья попала ж в разряд. Семья врага народа. Главный инженер сразу же застрелился, чтобы семью не подводить. То есть, ну, вот такие были времена. Поэтому Янгелю пришлось туда, как Королёв разрабатывал документацию, а Янгель, как вышестоящий начальник, мог ее отменять и подписывать все, что он считал нужным. Он привез хороших конструкторов. Они просто увидели то, что конструкция была разработана так, что ее серийно делать нельзя. Оборудование не поставлено. Вот. Постановление Кабмина или там кого, правительства, на разработку ракеты, там на двух листах, какая она должна быть. И 10 листов приложения, какое оборудование, госплан, госснаб должны поставить на завод. Вот из него было поставлено процентов 60. Поэтому Янгель тут же с ребятами перепроектировали, упростили так, чтобы можно делать серийное. Дело пошло, и когда Макаров и Смирнов был тогда директор, ну, был назначен, когда увидели, что такой человек решает вопросы и правильно понимает, и идет навстречу, и, в общем, короче. Книга, которая это описывает, называется «Командировка на всю жизнь». То есть он приехал сюда в командировку, так получилось, что он остался тут. Юрій Олексійович, от з вашої точки зору, у кращому зараз стані все-таки КБ – це розробка, да? Південмаш – це безпосереднє виробництво, будівництво, там, техніки, таке інше. У більш кращому, більш такому забезпеченому з матеріальної точки зору є КБ чи є Південмаш? На мій погляд, КБ. КБ вона проєктує, знаходить закази, что-то отдает на завод, что-то где-то как-то по-другому там делает. Но завод, он должен что-то делать под документацией, которую ему дают. Он сам не должен фантазировать. У него есть там отдел главного конструктора, но это там приспособление проектируют, там под техпроцесс, что-то такое вот. Сейчас главный конструктор Спиркин взял у меня хороших выпускников, и там они как-то горы воротят. Там сейчас пару ракет таких спроектировали очень интересных. Не знаю, дай бог, чтобы оно все хорошо пошло.
А вот. Щодо випускників, от, і взагалі студентства, да? Ви все-таки представляєте фізтех, ви є завідувачем кафедри. Yeah. Наскільки високе зацікавлення у молоді до ракетної техніки, до космічної техніки, взагалі до будь-якої техніки? Ну, інтерес є. Ну, к сожалению, понимаете, когда зарплаты, ну, вот, хороший выпускник школы, он знает, что айтишник получает, там, допустим, от 800, ну, минимум 800 долларов зарплата, минимум, а так хороший, 1000 долларов, там, ну, и, да, и, а знает, что тут, допустим, зарплата 8000 гривен, допустим, там, через год, там, будет больше, поэтому он, ну, сейчас, они раньше взрослеют, поэтому, как бы, романтика романтикой, поэтому... Хороших ребят, получается, мы набираем индивидуально. Допустим, там детей или внуков своих знакомых, я или другой преподаватель берет под опеку, мы их готовим, доводим до аспирантуры, доводим до доктора философии, чтобы человек защитил диссертацию, так сказать. PhD. PhD, да. И плюс знание английского языка. Вот у наши выпускники работают по всему миру. В Германии возглавляет отдел пневмогидравлических систем. В Шотландии двигательный отдел возглавляет наш выпускник. Это так вот навскидку. Работают в Штатах, в Канаде. В ноосфере, вот Firefly, там 75% наши выпускники. В первую очередь нужны двигателисты, потому что по двигателям мы, ну, в тройку ведущих стран мира входим. Мы с совершенными двигателями парировали отставание в радиоэлектронике, в системах управления, в технологии, в материаловедении. Ну, все было убого, все примитивно. А вот по двигателям получалось, ну, что стояли корифеи у истоков, получалось их делать шедевры. Так оно и продолжается, поэтому на Западе интерес в основном к двигателям. Сейчас двигательное КБ жидкостное и твердотопливное КБ на 2-3 года обеспечены заказами. Несмотря на коронавирус, все работают. Да, все от, работают. До речі, стосовно коронавірусу і стосовно фізтеху, да, от спочатку було дистанційне повністю навчання, зараз, зокрема, в Дніпровському університеті встановлено так зване змішане навчання. От взагалі, чим живе фізтех і чи можливо проводити спілкування, я маю на увазі навчати, чомусь щось доносити в режимі такому онлайн, дистанційно. Як це все відбувається на практиці, як ви, зокрема, працюєте? Ну, фактично, дистанційне навчання, фактично. Там лабораторне, там щось таке, ну, тут там маленький процент. В принципі, якщо б студенти були б мотивовані, як на Западі, коли чоловік платить гроші, допустим, там 20-30, там 40 тисяч доларів в рік, так він хоче за ці гроші отримати образування. Він сам буде висасувати з тебе знання. Правильно? Вот. А тут как бы нет мотивирования, мотивировки такой может быть сильной. Поэтому, конечно, есть определенные усложнения. Так проходишь по рядам, смотришь, как они там пишут, как слушают, как глаза блестят, не блестят. Можно как-то взбодрить вовремя, какую-то шутку отпустить, какую-то ракетную, что-то как-то, ну, заинтересовать. Потому что, я говорю, интересных решений очень много. Они настолько парадоксальные и настолько какие-то реперы можно забивать им на лекциях, которые вот он вспомнит его и вспомнит, о чем была речь. Поэтому надо повышать зарплаты. Я так понимаю, вот этот вот несимметричный ответ, то, что Горбулин со товарищей разрабатывали, он именно этого и коснется. Когда произойдет корпоратизация ракетной отрасли, естественно, произойдет сокращение глобальное, останутся только настоящие специалисты, тогда и зарплата будет в 3, в 4, в 5 раз больше. Тогда и молодой выпускник школы потянется, конечно, на фистех. Сейчас мы тоже набираем. И... Да, до речи, что с конкурсом, что с набором? Тобто, чи є вільні місця, оскільки ми знаємо, що є такі у нас університети, у нас сотні університетів в Україні, да, де оголошують конкурс, там 10 чоловік, грубо кажучи, 10 місць, да, приходить один, його з руками, з ногами. Як це зараз на фістеху? Україна дуже багата країна. Тут гроші просто, ну, дівати нікуди. Вот Бразилия, наш выпускник, профессор в Бразильском техническом университете, на всю Бразилию 210 миллионов населения, в двадцатку ведущих стран мира входит, да, задумались? G20, так. Да. Один государственный технический университет. Бразилия бедная страна по сравнению с Украиной. А у нас 300, по-моему, 11 высший. Понимаете, тут деньги девать некуда. Вместо того, чтобы свести высшее образование до 2-3 университетов в Украине, поднять зарплаты. Так там в Бразилии конкурс, вот он сейчас проходил конкурс, мой товарищ, 23 профессора на место. То есть можно выбрать специалиста, настоящего специалиста.
у кого есть публикации по этим курсам в каких-то шикарных изданиях, кто умеет со студентами работать и так далее, и так далее. И конкурс студентов, не меньше 20 человек на место. Мы-то набираем на физтех, народ все-таки идет, но в основном не из города, а из пригородов, из поселочков, из, там, из каких-то там... А за какой мотивацией? Это самое займатися космічною технікою, чи аби щось закінчити? Ну, от, скажімо, якщо ми згадували того ж Леоніда Кучму, да, він згадував, що в тому числі поступав на фізтех, він хотів, пише, що і на істфак поступати на історичний факультет, тому що була найбільша стипендія. Він з глухого села був сам, таке інше. От яка мотивація зараз? Ну, во-первых, все-таки фізтех дає хороше технічне образование. Якщо чоловік не буде... У мене дві спеціальності. Ракетные двигатели, энергетические установки и нетрадиционная энергетика. То есть это вообще писк моды. То есть тут у нас только в области около 20 тысяч частных владений оснащены фотопреобразователями там, и еще чем-то. То есть сейчас этим народ занимается капитально. То есть он получает хорошее образование инженерное. Раньше кафедра двигателей называлась, ну открытое название было, теплотехники. То есть человек по теплотехнике подкован, ну супер, то есть может решать любые задачи, которые связаны с теплом. Самая примитивная теплоизоляция там, домов, зданий, включая там, проектирование стеклопакетов, кондиционеров, ну, любых устройств, где идет преобразование энергии. Для него это будут семечки. У меня товарищ 3 года проработал в Нью-Йорке, в фирме, которая проектирует вентиляцию отопления для небоскребов. Наработал клиента, получил лицензию. И он говорит, я с выпускниками Массачусетского университета был на равных, а то даже и так свысока на них посматривал. Потому что когда охлаждение двигателя, ты изучаешь 9 приемов самых сложных, то все остальное это уже семечки. Юрій Олексійович, буквально хвилина у нас лишається. Я хотів би завершити, все-таки ми починали з не дуже такої хорошої новини про смерть генерального директора КБ. От КБ і Південмаш є державними підприємствами. Чи мають вони, одна хвилина, залучати приватні інвестиції, приватні кошти? Ну, это дело законодательное, я не знаю, на мой взгляд, должны. Но сейчас должна произойти корпоратизация, потому что вот сейчас это решение принято, и оно в стадии там, какой-то законодательной там, проработки. Конечно, откуда? Ну, государство не финансирует, а такие предприятия с такой историей, с такими возможностями, еще специалисты-то остались, и все-таки... Хуже, лучше мы готовим, и наборы есть, кстати. Ну, я просто не договорил, мы немножко бюджетные места не выполняем, конкурса нет, поэтому мы приглашаем всех желающих, которые, ну, подкованы хотя бы там на уровне там, 165-170 баллов по физике, по математике. Дальше мы научим, дальше мы научим. У нас хорошая школа, преподаватели прошли школу и производственную, научно-исследовательскую, огромная методическая база, огромная кафедра, создана в 1952 году. Мы с ней ровесники. Ну, фактично, можна сказати, щоб так завершуючи, що фізтех, КБ, Південмаш – це, так би мовити, одне ціле. Можна. Так оно було, так оно є, і так оно повинно бути. Що ж, я вам дякую за цю розмову, бажаю вам успіхів. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з доктором технічних наук Юрієм Мітіковим. На все добре.